На еженедельном совещании губернатора с главами муниципалитетов говорили о мерах по борьбе с коронавирусом. За неделю в Подмосковье число заболевших увеличилось сразу на 3%. Прирост составил 8,5 тысяч человек. 21 июня в Кубинке в конгрессно-выставочном центре «Патриот» вновь открылся ковидный госпиталь на 420 мест. Он готов к приему пациентов. В то же время растут темпы вакцинации населения. Запись на прививку увеличилась в 4-4,5 раза.